Hola a todos. Сегодня у нас 29 августа, понедельник. Вышел я в 8 утра из моего альберги. Прошел уже 5 километров, поднялся в гору, спустился почти и вот нарвался вот на такое вот красивое место. Очень красиво. Сегодня была ужасная ночь. Опять корейцы. Сверху меня спал кореец. Не знаю, что он жрал, блин. Но храпел, как скотина, и пердел. Ой, кошмар. Короче, и было открыто окно. И внизу был светофор. Вот как только загорался, он работал всю ночь. Как только загорался зеленый свет для пешеходов, он начинал пищать. Всю ночь. Я уже не выдержал. Где-то в час ночи вспомнил, что у меня есть эти штепсели, эти, которые уши затыкать. Полез, блин, достал, заткнул уши. Ну, в общем, с горем пополам заснул. Так что вот не выспался я сегодня. Ну, вроде утром кофе попил, вроде взбодрился. Так, ничего. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А пока все очень... О! Магазин Перовский. Вот мне туда и надо. Мне нужно купить хлеба, колбасы и пыва. Как же без пыва? Почему пыва? Объясняю. Потому что пиво — это и вода, и хлеб одновременно. Ты и утоляешь жажду, и наедаешься. То есть вот выпил банку пива и хорошо. Ну, вроде, в общем, меня банка пива, она вдохновляет и возбуждает. Кого-то она прибивает ко сну, а меня ко сну прибивает только после 4 банок пива, и то по 0,5. А так, это если я одну 0,30 выпью, то, в общем, даже хорошо бодрит, и, значит, можно дальше шуровать. Ну, хватает ненадолго, километров на 5, но все равно. Один товарищ пошутил, что что-то какой-то у меня двигатель прожорливый, много пива ест на 5 километров. Ну, что делать? Ну, мощный двигатель, ест поэтому много. Оля, амигос, вот уже так целый час в гору иду, и нету конца и края. Взмок, как собака, устал, но это, как написано в пути водителей, один из самых сложных участков сегодняшний. Всего лишь 21 километр, но постоянно в гору, в гору, в гору, в гору, и довольно-таки такие крутые подъемы. Ну, в общем... Ну что делать? Ладно. Адьюс, но пасаран. Так, сегодня я пришел в одну деревню, а здесь, значит, церковь. Вот здесь в церкви можно жить за пожертвования. Кто сколько может, кто сколько, если кто-то что-то не может, тот, значит, не платит ничего. Ну вот, остановился здесь, мне сразу сунули такой церковный чемоданчик с дырочкой и сказали: донатива, это пожертвование. И смотрю, сколько что-то брошено. Хитрые такие. Ну ладно, я говорю: вот синку-синку. Два по 5 я им бросил, и, короче говоря, они остались довольны. Ну ладно, значит, здесь ночевка, это церковь одна, значит, здесь будет ночевка, потом утром завтрак входит в этот вот донатива,
Вот. Ну и вот как бы это. Сзади меня какие-то корейцы сидят. Тоже они православные или там, не знаю, кто они там такие. Ну, христиане, короче. Тоже идут путь святого Якова. Вот. Ну что, пошел я в Ироски, купил себе салат и увидел в конце, что есть такой осьминог. Дорогой собака, правда, 9,80, ну, гулять-то гулять. Ладно, сейчас буду употреблять, а потом, не знаю, времени начала 8-го, еще светло пока. Ну, пойду, городок такой, ну, деревенька такая прикольная, там, можно что там, где там посмотреть. Ну, в общем, спать пока рановато. Короче, начинаем начинать. Ну, тут в этой церкви сегодня спали за занавесочкой. Вот моя, раз, два, три, четвертая. Ну, здесь можно было вещи постирать, посушить. О, как раз уже рассветает, все ушли в ночь. Пока темно, зачем, не знаю. Вот сейчас рассветает, я уже готов, вылазю. Ну вот, окончательно расцвело. И я выполз. Почти самый последний. Вот я не понимаю людей, которые выходят и идут в темноте. А зачем? Подождите еще 15 минут. 15 минут роли-то не играет. Или 20. И выходите, идите, смотрите. Наслаждайтесь восходом солнца и так далее. Не знаю. Ну, каждому свое. Так что, вот, сейчас буду штурмовать, видимо, эту гору. Ну, как обычно. Все, как все идет, чтоб жизнь медом не казалась. Так, сейчас найду мои желтые стрелочки, куда идти. Что-то как-то я их потерял. А, ну да, вот туда и идти. Все, я пошел.